привет! Объяснишь логику? Вторая часть. Смотри, есть пшеница, есть много стрел. Пшеница вообще пофиг. Есть много трезубцев. Вообще без разницы. Целая тонна песка. Так, пшеница, пшеница, пшеница. Это что такое? Может быть целая тонна гравия? А? Нет. Даже гравий не справляется. 10 тонн железа. Наковальня вообще в курсе, что пшеница сильнее? А если один Майнкрафт человечек? Ломаем блок и... Чего? Кстати, у меня на канале много крутых роликов по играм. Если что, заходи. Ну и конечно же, про лайк не забывай.